Всем привет, ребята! Сегодня я хочу вернуться в 2016 год и посмотреть видео, которое было тогда опубликовано. Мы посмотрим это видео трехлетней давности, чтобы проверить прогнозы этого джентльмена и просто поговорить о том, насколько он был неправ. Ну и еще пару сюрпризов в этом видео мы найдем. Но прежде чем мы сделаем это, давайте поговорим о том, что произошло с биткоином. После того, как биткоин вновь преодолел отметку 8000 долларов, через считанные часы он достиг почти 9000. Новый годовой максимум составляет около 8900 долларов. И мне нравится видеть, что мы фактически консолидируемся, накапливаемся около вершины. Появляется мысль, что кто-то хочет толкнуть цену вверх, а перед этим ему нужно накопить биткоины. Есть еще парочка вещей, на которые я хочу обратить ваше внимание. Возможно, это еще более важно, чем недавние импульсы на рынке. Вам всего лишь нужно было холдить биткоин с мая 2018 года, чтобы выйти в плюс сегодня. А это значит, что биткоин снова стал прибыльным в годовом масштабе, и теперь я действительно задумываюсь, что покупка биткоина до 10 тысяч долларов – это здорово на долгосроке. Покупка биткоина даже за 20 тысяч долларов – это тоже хорошо. Мы никогда не можем знать наверняка истинную цену биткоина, на которой хорошо было бы купить. Так в чем же проблема? Я думаю, что большинство людей считает максимальной ценой биткоина 20 тысяч долларов. Нам чисто психологически трудно поверить, что цена когда-либо может быть выше этой отметки. Почему же рост с 20 тысяч долларов до 80 – это фантастика, а рост с 6 центов до 20 тысяч долларов – нет? Ведь в процентном соотношении то, что мы уже прошли, в десятки тысяч раз больше. Именно поэтому люди часто выбирают и немедленное удовлетворение, начиная продавать, как только они видят небольшие прибыли, которые для них кажутся большими. Эти люди не думают о будущем. Я уже не раз говорил вам, что терпение – это добродетель. Если вы можете подавить свою потребность в мгновенном удовлетворении, если вы видите, как важно удерживать свою основную позицию в течение следующих нескольких лет, терпение подарит вам огромное вознаграждение. А теперь позвольте мне показать вам кое-что. Это видео было опубликовано 9 мая 2016 года, почти 3 года назад, в день Великой Победы. В то время медвежий рынок был почти закончен, оттого была причина полагать, что бычий в скором времени начнется. Конечно, никто не знал этого наверняка, но посмотрите на этот график. Только посмотрите, как медвежий рынок сменяется на бычий, и посмотрите, насколько сильно он похож на сегодняшний. Вы можете наложить актуальный график и сказать, что вот это была вершина в 2017 году, вот это было падение до 3000 долларов, после чего последовало это ралли, которое мы наблюдали в течение следующих нескольких месяцев. В этом видео были сделаны прогнозы, но они были основаны только на человеческой психологии, от которой никак невозможно абстрагироваться. Давайте посмотрим. Сегодня я хочу рассказать вам о моем личном взгляде на цену биткоина на 2016 год. Примерно год назад я снял похожее видео, рассказывающее о моем впечатлении о движении биткоина в течение всего 2015 года. Конечно, в большей мере он пошел совершенно не так, как было мною сказано, однако я сказал, что считаю, что он достигнет 300-400 долларов к концу 2015 года, а биткоин всего лишь приблизился к 300. Так что я оказался в принципе не слишком далеко от правды. Теперь я хочу поговорить о настоящем, потому что в этом году есть ряд особенностей, которых не было в прошлом. Во-первых, биткоин на сегодняшний день находится на бычьем рынке после длительного медвежьего. Во-вторых, примерно 12 июля произойдет биткоин-халвинг, что сократит инфляцию биткоина вдвое, награда за майнинг сократится с 25 до 12,5, что существенно повлияет на количество новых биткоинов. К тому же, если спрос останется прежним, а предложение снизится, то было бы логично, что на рынке произойдет повышение цен. Лично я думаю, что это вероятно и произойдет, а может быть уже происходит. Так что мой прогноз на этот год остается неизменным. Я вновь смотрю на графики, пытаясь увидеть тенденцию, о которой вы все говорите, и я вижу, что вы лжете. Я верю, что к концу года мы сможем увидеть биткоин за 600 долларов. Я думаю, что это достаточно консервативно, но вы только посмотрите на этот тренд. Я бы сказал, глядя на эту тенденцию, что прогноз и в 800 долларов на конец года вполне себе разумен. Конечно, в это время многие люди делают свои прогнозы по поводу будущей цены биткоина. Я хочу рассказать вам об одном из них, потому что он вызвал у меня большой интерес. На днях парень по имени Винни Лингам, который является бывшим генеральным директором Цивика, выяснил ряд интересных
интересных моментов. Вы знаете, делать прогнозы — это очень смело. Никто на самом деле не любит прогнозировать, потому что каждый может ошибиться. Однако, учитывая темы, которые он поднимает, у него имеется очень интересный анализ рынка. Он, конечно, говорит, что не знает, куда именно пойдет цена — на 10 тысяч долларов или на 1000. Цитирую. «Если бы я был вынужден предсказать цену биткоина, то я бы сказал, что биткоин достигнет 1000 долларов в 2016 и 3000 в 2017 году. Лично я думаю, что это вполне возможно, но все же я не совсем уверен, что биткоин достигнет 1000 долларов в этом году. Я просто приму этот сценарий как возможный. Если биткоин вырастет с текущей цены в 400 долларов до 3000 с лишним, тогда вы действительно увидите, как работает бычий рынок. Я также рекомендую, чтобы вы покупали и просто холдили. Не пытайтесь играть на рынке, если вы неопытный трейдер. Холдите в течение 2-3 лет, и вы явно будете довольны результатом. Конечно, я не хочу, чтобы вы считали это финансовым советом, потому что этот рынок высокорискованный, он нестабилен и непредсказуем. Никто не знает точно, что может произойти, но учитывая основы биткоина, учитывая то, что вся эта технология доказала нам свою эффективность, я не верю, что биткоин способен рухнуть. Поэтому я вижу, как биткоин становится все более ценным за весь 5-летний период. Ну короче, ребята, видео длинное, давайте подытожим то, что он сказал. На момент записи этого видео цена биткоина составляла около 400 долларов. Он предсказал, что в конце 2017-го, может быть через год, биткоин мог бы стоить 3000 долларов. Он думал, что для биткоина такие отметки просто нереальные, и все думали так же. Спустя месяц он выпустил еще одно видео. Только посмотрите, как этот график выглядит здесь, и теперь посмотрите, как он изменился всего лишь спустя месяц. Он устремился прямиком вверх, и, как вы знаете, это было только начало. Практически весь 2016 год рынок неуклонно рос. А затем, в 2017 году, когда цена превысила все предыдущие исторические максимумы, именно тогда начали происходить параболические прибыли. Именно тогда биткоин достиг отметки в 20 тысяч баксов. А людям снова начали промывать мозги средства массовой информации, что биткоин будет бить свои рекорды один за одним. Ну и, конечно же, все начали думать, что 20 тысяч долларов – это отличная цена для покупки. Конечно, вам нужно принимать свои собственные решения. Я просто рассказываю вам, что я не собираюсь продавать криптовалюту как минимум 2, а может и больше лет. Моя цель – 100 тысяч долларов и даже 300 тысяч долларов за биткоин. И вот почему. Я уже рассказывал вам, что такое stock to flow ratio. Если вы забыли, посмотрите мое крайнее видео и освежите в памяти, что это значит. Если кратко говоря, это отношение запасов актива к его потоку. Так вот, криптоаналитик Джулиан Хосп говорит, что индикатор, известный как отношение запасов к потоку, указывает, что биткоин находится на пути к 1 миллиону долларов в течение следующих 10 лет. Коэффициент рассчитывает текущее количество данного актива, разделенное на количество, произведенное за год, чтобы предсказать будущую стоимость. Что удивляет лично меня, так это то, что если вы посмотрите на цену биткоина, при этом помня, что такое индикатор соотношения запаса к потоку, то вы можете заметить, что цена биткоина всегда с ним связана. Если цена поднимается выше индикатора, то она всегда корректируется обратно и наоборот. И заметьте, что после каждого халвинга соотношение запасов актива к его потоку всегда растет. Понимаете, к чему я, да? При использовании этого индикатора для определения того, куда может пойти цена биткоина, ключевым фактором является ограниченный запас ведущей криптовалюты в 21 миллион монет. У биткоина есть фиксированный запас, что делает его очень дефицитным. В краткосрочной перспективе, как заявляет Хосп, модель показывает, что предстоящий биткоин-халвинг сократит полученное майнерами вознаграждение вдвое в 2020 году, что должно повысить цену биткоина до 100 или даже 300 тысяч долларов. Но тут он еще забыл учесть то, что есть монеты, которые навсегда потеряны. Но сейчас соотношение запасов к потоку у биткоина гораздо ниже, чем у золота. Но со временем, когда индикатор биткоина приблизится к золоту, цена должна будет достигнуть 100, а может даже 300 тысяч долларов. Но затем последует откат, который сократит цену биткоина до 40 тысяч. Ребята, для нас сейчас кажется сумасшедшим, что биткоин может стоить 300 тысяч долларов. Точно так же, как всего 3 года назад казалось безумным думать, что биткоин может стоить 3 тысячи. Но
Но ведь тогда биткоин пошел еще дальше, не так ли? И вновь мы будем наблюдать за одной и той же картиной. 2018 год. О, я должен был продать биткоин за 20 тысяч. 2020 год. Я должен был купить биткоин за 7 тысяч. 2022 год. Я должен был продать биткоин за 100 тысяч. 2024 год. Я должен был купить биткоин за 50 тысяч. Люди всегда так думают. 10 лет назад за 10 тысяч биткоинов вы купили бы пиццу. Сегодня всего лишь за 5 биткоинов вы можете купить машину. В следующем десятилетии, имея 1 биткоин, вы будете считаться сказочно богатым. И, конечно, в последний раз, когда биткоин стоил 8 тысяч долларов, Microsoft не хотела использовать его блокчейн. Регуляторы не боролись с ним. Bakkt не запускал его. Square не продавал его. Fidelity не хранил его. American Trade не торговал им. Whole Foods не принимала его в качестве оплаты. Как вы думаете, такие компании, как Robinhood, Bakkt, Square и Fidelity захотят, чтобы вы купили биткоин где-то там или у них? Они все будут рекламировать покупку биткоинов у них, как самый простой, удобный и безопасный для вас способ. И что вы должны использовать именно их, чтобы купить биткоин. Как следствие, большинство людей будут осведомлены о биткоине благодаря этим действиям. На этом у меня все. Зарабатывайте и богатейте. До скорого.